Вот это трюфеля. Он как брелочек. Можно в школу. Я его буду в школу носить. Всем привет! И вы на канале Сестрички Лайф. Сегодня мы будем распаковывать супер единорожка. Пупси! Пупси Сюрприз Юникорн. Это такие единороги, которые какают слаймом. Тут показано, первое нужно накормить, потом хорошенько потрясти. В коллекции есть 4 единорога, а в коробке всего 20 сюрпризов. Интересно, какие нам попадутся? Ну что, давайте открывать. Смотрите. Вау, круто! Круто, смотрите, тут такие пакетики. Посмотрите, пакетики, вау. Ой, тут один застрял. Меня порвалось. Ну, очень хорошо приклеено. Отклеиваем наши сюрпризики. Тут бутылка. Давайте сначала откроем эти пакетики. Тут, а, тут шорты, ее трусики. Трусики. Черные. Вот это трюселя. С булавками. Я тоже. И следующие пакетики. Тут еда. Это пакетики в пакетиках. Это Unicorn Food. Этим будем мы кормить наших единорожков. Открываем следующий. Это расческа. Расчески одинаковые. Ну не всегда. Так, раз, два, три. Сюда мы будем ложить наш слайм. Он как брелочек. Можно в школу. Я его буду в школу носить. У меня такая какашечка. Смотри, рог такой блестящий. Дальше. Еще пакетики. Это Unicorn Magic. У меня другие пакетики. Еще один Unicorn Magic. И Sparkle блестки. А у меня другие. Я другой пакетик открыла. Так. Это предпоследний. И это такая маечка. И бутылочка. Такая Starbucks. А у меня не Starbucks. Сюда насыпать вот этот вот Unicorn Food водой. Нам нужна еще вода. У меня вот такой. Здесь написано пупси. Давайте теперь мы посмотрим, какие единороги нам попались. Где нам ножка? Какая она красотка! Ой-ой-ой! Смотри! Маргарита! Стаканчик. У меня тоже такой фиолетовый. Ну, да. И здесь ложечка. А у нее серебристая, а у меня золотая. Смотрите, моя куколка зажжена. А это что? Здесь какая-то штучка. А, посылка, думаю, здесь сделает свое дело. Она будет сидеть на горшочке. Ты что не сидишь? Ты должна сидеть. Линогрина. У меня такие хвостики. Сейчас мы их причешем и будем начинать делать слаймик. У меня единорожка с хвостиками. А у меня без. У них очень красивые волосы. Можем ей хвостик сделать? Так, я инструкция есть? Да, у меня.
Давайте посмотрим, что нам надо сделать. Это первое, что мы берем, это блестки. И пересыпаем вот сюда. У меня чашечка была. Тоже самые блестки. Теперь вот здесь на спинке единорога надо переключить на еду. Вот так вот. Я же переключила. Теперь мы будем кормить. Она не садится. Корм единорога блестками. Что у нас сыпется? Я уже покушала. Затем мы берем 5 миллилитров воды. Наливаем вот в эту емкость. Теперь берем пакетик Unicorn Magic. И пересыпаем сюда. Вот что у нас получается. Как молоко. Теперь мы ставим эту емкость в наш горшочек и садим на него единорога. Теперь нам нужно приготовить нашу еду в этот стаканчик. Сначала мы наливаем 25 миллилитров воды, выливаем в стаканчик и засыпаем unicorn food. Закрываем и перемешиваем 30 секунд. А теперь мы будем кормить единорога. Теперь я накормлю своего. Он все должен выпить. Теперь нажимаем на пупочек. И они у нас ходили в туалет. Теперь. А у меня вот такого цвета получилось. Теперь это все нужно перемешать ложечкой. И ждать надо 20-15 минут. Вот почему маленько больше. Потому что здесь у меня чуть-чуть. Ну что, ребятки, вот посмотрите, что у нас получилось. Вот такие вот слаймы. Теперь можно сложить слайм вот сюда. Закрыть крышечкой. Все. И взять с собой в школу. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И играть, когда скучно. Ну что, ребятки, нам очень понравились эти единорожки. Очень хотелось бы, чтобы нам попались еще другие две. И тогда у нас бы собралась целая коллекция. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!